России Ливинью известен в первую очередь как горнолыжный курорт. И в Европе это одно из самых популярных направлений для зимнего отдыха в Италии. Здесь достаточно длинный по европейским меркам сезон. Начинается он в конце ноября, заканчивается в мае. В горах Ливинья много пешеходных маршрутов, отличные возможности для парапланеризма и высокогорных тренировок в формате трейл-раннинга. Но самое популярное здесь – это катание на велосипеде, от простых прогулок до путешествий с ночевками в горах. Вообще для велосипедистов здесь отлично развита инфраструктура. Есть сеть велоотелей. Для тех, кто проживает там, существует техподдержка, скидки на скипас и услуги гидов. Можно отправиться в путешествие на электробайке и зарядить его в ущелье в горах. Все продумано, маршруты размечены. Можно скачать приложение на телефон и GPS-трек. I'm turning 22 tomorrow, but something doesn't feel right. I've been tracking it my whole life, and the paw prints disappear into the night. В горном районе, в котором находится Ливинью, первые поселения появились более 20 тысяч лет назад. По одним данным, это были этруски, древняя высокоразвитая цивилизация, позже оказавшая влияние на формирование Римской империи. По другим данным, это были более разрозненные ретийские и ливийские племена, населявшие территории современной Европы. Beyond me, on a pew in a church, where the feelings get worse. Oh, good grief, God give war, I don't need anymore. I'm turning 22 tomorrow. Расцвет Ливинью как горнолыжного курорта начался в 60-х годах 20 века. А в 2012 году регион получил звание лучшего горнолыжного курорта Европы. Население Ливинью всего лишь 6 тысяч человек, но в зимний сезон благодаря туристам оно возрастает до 20 тысяч. Хотя в Ливинью сохранилось не так много исторических построек, все новые здания возводятся с оглядкой на прошлое, придерживаясь исторического стиля. Stop here, face your sorrow, trace the paths you follow. Don't think of yesterday. I lost track too easy, misled in perceiving all that I could change. There's no sound left inside. Take me where I can breathe. I need time to walk away. I'm tainted by this black sky. Lessons in my own pride. Coming what I hate. Cause I don't believe me and you don't believe me now. No, I don't believe me and you don't believe me now. Can you just
Вот уже больше 20 лет я катаюсь на велосипеде. Каждый год я проезжаю более 30 гонок, но обязательно в каждый сезон я нахожу время, чтобы выбраться в горы и насладиться этим невероятным видом. Просыпаясь утром и делая шаг за порог, ты никогда не знаешь, как сложится твой день, где ты окажешься вечером. Но я думаю, что в этом и есть смысл настоящего путешествия. Основным местом трассового катания в долине Ливинью является байк-парк Маталина. Здесь оборудовано около 13 трасс различного уровня сложности от новичков до экспертов. Здесь есть дёрт-парк, зона с шорами, флоу-трассы и черные сложные спуски. На этих же склонах зимой работают 4 сноу-парка. И в Ливинью регулярно проходят зимние парковые соревнования мирового уровня. Очень много сил сотрудники парка и местные ребята тратят, чтобы поддерживать трассы в идеальном состоянии, чтобы все мы могли приезжать сюда и получать массу фана и удовольствия. Scar, but I step up to anybody as long as God's in my breath. An uphill battle, I'm made to climb. It's sort of like an eclipse, how I play just shine. I scattered all the attention and I made it mine. If you wasn't my target audience, I grazed your mind. That's how powerful the true force is. These niggas fraudulent, cloning my energy till they riding them like corpses. The true and living back, not God, but the God of rap. Electrify like the third rail, bring life to tracks. I'ma show these niggas how this shit is done. Let it revolve around me, I could be the sun. I do it for the blind, deaf and dumb. So open up the gates to the game, here I come.
dusted and the pop is bewitched as a dog. It would come from the heart, sweaty hands and an old guitar. I was scared of things unknown to walk the world on my own. But I have some less fear, not believe what I hear. A good getaway. Раньше я профессионально занимался фристайлом, но когда впервые оказался в горах, они поглотили меня полностью. В больших горах никогда не бывает повторяющихся маршрутов, ландшафтов, и каждое следующее путешествие – это возможность увидеть что-то новое.